Многолетняя история и столько же разных событий. Программу «Факт» зрители смотрят уже 30 лет. И за это время поменялось многое, но самым неизменным остался формат. Всегда сообщать только достоверную информацию. За годы существования службы информации под руководством Владимира Белякова здесь работало множество корреспондентов, операторов, монтажеров и дикторов. Все работники новостей получают здесь профессиональный опыт и трудятся на совесть. 30-летний «Факт» – одна программа, одна единственная в Казахстане. Одна информационная программа, которая имеет сегодня 30-летнюю историю, и одного руководителя, который все время возглавляет эту программу и информационную службу вообще, в которую входит еще Таулик. В честь юбилея «Факта» прозвучали поздравления от представителей городского акимата, внутренней политики и областного маслихата. Хочу сказать, выразить свою благодарность и делать лучшие дела, благо. И хочу еще благодарить вас за вклад в информационное поле, там, в котором мы работаем вместе, поблагодарить за хорошие такие работы проводятся. Вы всегда освещаете наших городских проблем, особо важных событиях освещаете народ. Среди работников новостной программы есть те, кто посвятил ей большой кусок жизни. Новости делает слаженный коллектив. Это незаменимый оператор с многолетним стажем Жаслан Жубаев, корреспондент с большой буквы Лариса Белякова, лица телеканала и дикторы Ирина Черней, Сергей Довгалюк, монтажер Влад Гарипов, студийный оператор Данияр Ярасилов, а также главный редактор программы «Факт» и директор службы информации РИК ТВ Владимир Беляков. Как эта программа задумывалась, чтобы сообщать свежую достоверную информацию актюбинцам, которые в ней нуждаются, так мы работаем до сих пор, и в этом наша главная цель. Никуда телевидение в тень не ушло, это заблуждение, я считаю, потому что та же пандемия показала, что когда людям требуется именно достоверная информация, которой можно верить, они обращаются именно к телевидению, потому что в интернете много информации, но ей не всегда можно доверять, особенно в такие поворотные, опасные моменты в истории, которые сейчас все больше и больше. Ну, чтобы только хорошие новости, потому что плохих новостей сейчас больше, но мы вынуждены освещать все, что происходит в этом мире. Но желаю, чтобы было больше хороших новостей. Новости нужны, и они помогают людям быть в курсе, поэтому наша программа ценит своего зрителя, для которого и делает ежедневно несколько выпусков новостей. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».